Вот так вот, видите? Все, называется это ребризер штука. Я даже разобралась, это вот так вот надевается, вот так вот делаешь. Да, 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 все правильно. Ну, вот такой вот комплект, вот этот аквалан, сколько он стоил примерно? Ну, баллон примерно около 20 тысяч, жилет где-то в районе там 15 тысяч, регулятор 1020-25. А если вот потом вне лагеря захочется поплавать, это сколько будет стоить, просто если сюда приехать? Если сюда приехать, ты можешь с нами связаться, мы все, кто здесь приезжает с Кирочного, с град Детинца, мы делаем всем вам скидку примерно 50%, и вы сейчас плаваете, вот у вас есть возможность поплавать. Так стоит это 5 тысяч? Да, мы делаем это вам за 2500. Если вы потом к нам приезжаете, мы также по 2500 вам это все делаем. Но это только для детей, которые вот с Кирочного подворья приезжают понырять.